Обязательно подпишитесь на канал, потому что в следующем ролике мы затронем тему скидок от Автоспот. Шкода Октавия, мотор 1.4 с пакетом Black Edition. Вот смотрите, как приезжают машины. Человек экономит 350 тысяч рублей по НДС, плюс прямая скидка. Раз, два, все. Ласточка выезжает и отправляется домой в Коломну. Друзья, всем привет! И прямо сейчас вы увидите свежий ролик про скидки на новый автомобиль от официальных дилеров. В этом ролике мы с вами купим три автомобиля. Это будет Mazda 6 с мотором 2 литра и 2,5 литров. Какая сейчас ситуация на рынке? Какие скидки стоит ожидать на этот автомобиль? Второе. Мы купим с вами Toyota Camry от официального дилера, которую мы оформим на юридическое лицо. Тоже будет интересно послушать, какие предложения будут там. И третье. Мы с вами выкатим Шкоду Octavia от официального дилера и посмотрим, что же скинут там, что же подарят там. Все это в одном ролике, поэтому присаживайтесь поудобнее, дальше будет интересно. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! В общем, информацию я собрал, давайте присядем в автомобиль. Здесь очень шумно, и я вам все расскажу. Смотрите, на данный момент 10 сентября 2019 года. Это важно. В данной ситуации сейчас нет никаких дополнительных поддержек от производителя Mazda. Соответственно, все, что дилеры могут делать, это делать скидку на саму маржу. Машина наша стоит 1 980 000 рублей. Маржа 6,5% это примерно 130 000 рублей. Соответственно, максимум, что мы можем сбить, это 130 тысяч. Продавать в реальный минус свежие машины никто не будет. А машины сейчас все свежие. Вот у них, например, она из ближайшей поставки. Это будет машина, которая произведена в июле, в конце июля. Вот она на следующей неделе приедет, мы ее теоретически можем забрать. Машина в нужной комплектации, с цветом, который человек рассматривает, готова отдать за минусом 80 тысяч рублей. То есть это неплохо. При этом подчеркиваю, что совсем недавно было внегласное поднятие цен плюс 20 тысяч рублей. И в октябре они еще примерно поднимут тысяч на 30 рублей. То есть мы с вами ездим, катаемся, а цены потихонечку просто молча дорастут. При этом он мне поделился информацией, что сейчас очень много CX-5, и на них действительно готовы делать скидки. То есть купить CX-5 со скидкой там примерно 150-200 тысяч рублей сегодня это реальность. Хотя бывали месяца, когда на них скидывали там 30-40 тысяч. А раз мы покупали, вообще скидок не было. Вот реально 0 рублей, 0 копеек. Больше ни шагу назад. Первое предложение у меня уже есть. Я могу торговаться, я могу действовать дальше. Друзья, обязательно подпишитесь на канал, если вы этого не сделали. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там реально выходят свежие новости. Я делюсь с вами информацией, спрашиваю вас. Вы можете принимать участие, давать ваши советы. Ничего лишнего, как говорится, никакой каши там нету. В этом ролике мы с вами покупаем Toyota Camry для руководителя предприятия. В этом ролике мы с вами покупаем Шкоду Октавия для молодой семьи. Мы покупаем Mazda 6. Но при этом эти машины очень часто покупают для работы в такси. Я надеюсь, вы помните, что мы снимали целый ролик про работу в такси. И я знаю, что среди зрителей нашего канала есть люди, которые регулярно работают в такси. Есть люди, которые подрабатывают в такси. И именно поэтому всем тем, кто работает в такси или хочет начать, я рекомендую парк Мир Такси, который выгодно, действительно выгодно отличается от большинства подключашек. Они подключают по всей стране к Яндексу на очень интересных условиях. Только в те сутки, когда вы работаете, вы платите 80 рублей. Больше никаких комиссий. Вообще никаких комиссий. Выплаты ваших денежек происходят моментально, в любое время суток и в любой день недели. И самое главное, что парк не берет комиссию за вывод ваших средств. Смены по цене Яндекса. В Москве возможна покупка смен со скидкой. Также у них есть собственное мобильное приложение, в котором вы можете следить за вашим балансом и выводить ваши средства. Но это еще не все. У ребят есть отличная партнерская программа, благодаря которой вы можете зарабатывать 60 рублей в день с каждого приведенного водителя. То есть, если вам удалось привести 100 человек, 6 тысяч рублей вы можете зарабатывать как пассивный доход. Все здесь зависит только от вас. Парк Мир Такси уже ждет тебя по ссылке в описании. Переходи, подключайся, экономь и зарабатывай денежки. Поехали. Сидя на кухне, попивая кофе, я прозваниваю всех официальных дилеров Mazda. И вот такая картина у меня получается. Друзья, по Москве их условно не так много. 9 дилеров. Но с другой стороны, этого достаточно для того, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Что я вам хочу сказать. Вот смотрите ситуация. Звоню я в Рольф.
И там менеджер начинает историю из серии: приезжайте по телефону. Ничего вам предлагать не буду, по телефону мы машины не придаем, приезжайте. Но, естественно, кататься-то каждому, всем им звонишь, они все говорят: приезжайте, мы сделаем лучшее предложение. Значит, как поступать в такой ситуации? Вот смотрите, допустим, у Рольфа, Мазды есть, если я не ошибаюсь, 3 салона. Соответственно, с менеджером не нужно ни о чем спорить. А прям чувствуешь, знаешь, что человек такой уставший, напряженный. То есть, ну, прям вот еще чуть-чуть и уже разговор перейдет на повышенные тона. Соответственно, я ему сказал: спасибо большое вам за предложение, я все понял. Позвонил еще раз в роль, но уже к другому дилеру. А там человек говорит: не вопрос, сейчас все сделаем. Сбегал к своему руководителю, минус 50 тысяч прямая скидка и 100 тысяч рублей. Они дают список, по которому мы можем выбрать доп. Оборудование. Ну, вы все прекрасно знаете, что у дилера сетка стоит 20 тысяч рублей, когда на стороне она стоит 3 тысячи рублей с установкой. Ковры у них могут стоить 12 тысяч рублей, когда на стороне не стоит 3 тысячи рублей с установкой. В общем, цены выше в 4-5 раз. Получается так, что предложение, которое сделал автоспеццентр, минус 80 тысяч за наличку, было самое выгодное на сентябрь, на середину сентября 2019 года. А кто это у нас тут, друзья? Смотрите, Skoda Octavia, мотор 1.4 с пакетом Black Edition. Я не буду полностью перечислять, какая машина, что с ней идет, какие доп. Оборудования. Цена автомобиля 1 миллион 630 тысяч рублей. Покупает ее молодой парень с женой, то есть будут передвигаться, получать от машинки удовольствие. Зашли сами к некоторым дилерам, вот бывает же такое, приходят, все, машину собрали, говорят: да-да, по телефону все есть, пришли, прокатились на тест-драйве, выясняется то, что нужной комплектации нету. Давайте подождем, давайте закажем, ждать 2 месяца. В итоге говорят: какие скидки, вы о чем, что вы там насмотрели, скидок не бывает. По факту, вот, мы уже находимся у того самого дилера, где я неоднократно забирал машины. Минус 1 миллион 495 тысяч стоит машина, то есть 135 тысяч прямая скидка и плюс ряд доп. Оборудования, которые мы сейчас согласуем. В любом случае, в этом ролике вы уже узнаете, по какой цене, с какими подарками мы заберем автомобиль. Это свежая машина, она июльского производства, поэтому сейчас мы только будем договариваться. Если договоримся, то, естественно, вы ее же увидите в этом ролике уже такую чистенькую на выдачу. Вот я вам периодически говорю: читайте договор, сверяйте даже в первую очередь ваши личные данные. Вот у нас есть, например, ошибочки, незначительные, но они есть, тем не менее. Вот, смотрите, например, забивали V-номер, то есть раз, случайно буковка Т появилась. Дальше, например, вместо одного допа написали другое. То есть это не страшно, понимаете, но все равно все вот эти вещи имеют значение. Плюс здесь была ошибка с пропиской, например. Соответственно, сейчас мы это все проверяем, правим, и у нас проблем никаких уже при постановке на учет не будет. Казалось бы, мелочь. Это можно потом приехать, решить, если вдруг вы этого не заметили. Но зачем это делать, когда это нужно сделать прямо сейчас? Вот сегодня вообще необычный такой процесс происходил. То есть заехали посмотреть машину, пощупать. Здесь была хорошая скидка. Вот подчеркиваю, человек сам искал, ему вообще не сделали. Но опять же, все люди работают, не каждый готов этим заниматься самостоятельно. Факт в чем? Машину он оплатил. Все, мы машину купили, в понедельник нам привозят ПТС, готовят машину, и во вторник мы уже приедем забирать машину. Для вас пройдет 1 секунда, а мы так бац, и уже будем перемещаться на выдачу автомобиля. Параллельно с этим едем смотреть Mazda 6. Хочу проинформировать вас, что все дилеры, которые попадают в кадр, никакой договоренности с ними нету. Я приезжаю, общаюсь, договариваюсь, и поэтому, если кто-то из них делает выгодное предложение, не стоит думать, что вы приедете и вам сделают то же самое. Бывает так, что в этом месяце одна скидка, вы приезжаете в следующем, она может стать больше или же меньше. Вы приехали в этот же месяц, на следующий день к этому же дилеру, условия могут быть совсем другими, поэтому всегда все сугубо индивидуально. Я вам уже неоднократно говорил, хотите лучшую цену, обзваниваете всех. Так сделал я. А так, вот они, ласточки стоят, новенькие, есть тест-драйвовский автомобиль, есть с пробегом, вон их там полно. В общем, идем вместе с вами, будем общаться, будем торговаться, будем добиваться. Но, естественно, раз мы сюда приехали, у меня уже есть на руках официальное предложение. Мы с вами уже перемещаемся на площадку к официальному дилеру, где стоят новенькие автомобили. И вот это вот Mazda 6, 2 литра, Supreme Plus, без каких-либо доп-пакетов. Автомобиль июньский или июльский? Июнь. Июньский автомобиль, свеженький, все, пожалуйста, стоит все под навесом. У некоторых вообще под открытым небом. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас на всякий случай осматриваем полностью автомобиль, сфотографируем VIN-номер, после этого доедем, возьмем ПТС, все сверим, и если все ровно, мы садимся за стол переговоров и уже будем обсуждать финальные условия. Потому что те условия, которые дилер назвал по телефону, сейчас они подтверждаются. Соответственно, договариваемся, фотографируем, человек смотрит машину и говорит: окей, я ее бронирую. В общем, то, что автомобиль грязный, это ничего страшного, поверьте мне на
масло все абсолютно автомобили точно так же хранятся. Самое главное, это чтобы не было никаких сколов, царапин. В общем, сами все прекрасно понимают, что грязь, этот человек купит машину, и она у него точно такая же будет уже в ближайшие дни. Как обычно, пролетает часик времени. Предложение у меня есть в целом. Мы вообще с дилером обо всем договорились. Человек будет покупать этот автомобиль. Он уже вносит дистанционно 15 тысяч в качестве предоплаты. В общем, пойдемте к автомобилю, я вам расскажу, на каких условиях мы его заберем. Чтобы вы понимали, я, естественно, сюда приехал не случайно. Это не первый попавшийся дилер. Я предварительно дома всех обзвонил. Вот, пожалуйста, вам список. 1, 2, 3, 4, 9 дилеров. Каждому позвонил. Здесь у меня галочки идут. У кого машины нет вообще в наличии, соответственно, разговаривать там не о чем. Потому что у нас строго 2 литра Supreme Plus черный цвет за наличку. Все. Прайсовая цена автомобиля 1 миллион 865 тысяч рублей с учетом цвета. Нам делают скидку прямую 95 тысяч рублей. Тем самым отдают автомобиль за 1 миллион 770 тысяч. И вот этот список доп. Оборудования, согласно которому мы можем на 60-70 тысяч рублей выбрать чего-либо, и нам это поставят. То есть, соответственно, вот я вам медленно показываю. Можете нажать на стоп, посмотреть, по каким ценам официальные дилеры предлагают свои дополнительные услуги. Подчеркиваю, автомобиль производства конца мая. 27 мая автомобиль был произведен, то есть, ну, выдача ПТС. Сюда он приехал примерно в июле. 100% автомобиль не крашен, все посмотрели по базам. У них также бывает пометка, какие-то работы с машиной выполнялись. Здесь все чисто. Параллельно с этим мы ищем точно такой же автомобиль 2,5 литра Supreme Plus. То есть разница чисто в 2,5 литра. Там нам удалось выбить прямую скидку 80 тысяч рублей. В чем разница, спросишь ты? А разница заключается в том, что тот автомобиль совсем свеженький. На данный момент, 16 сентября, мы вообще его ждем. Вот он только-только едет. Понимаешь, горячий пирожок. Ближайшая поставка. А здесь автомобиль постоял, поэтому немного выгоднее предложение по деньгам и по доп. Оборудованию. Там нам подарят пустяки серии, ковер в багажник, там набор автомобилистов, ну, который уже идет в автомобиль. В общем, такая картина, друзья. И мы с вами перемещаемся в Toyota Center Kunzo. Друзья, в начале ролика мы были здесь же за Маздой, только чуть-чуть с другой стороны. Так совпало. Обо всем по порядку. Что мы ищем? Новую Toyota Camry с мотором 2,5 литра в максимальной для нее комплектации Люк Сейфити, дальше только Камри 3.5. Человек хочет купить ее на организацию. У него есть ООО с НДС. Зачем он это делает? Для того, чтобы получить свою выгоду. Всем, кто работает с НДС, есть возможность вернуть этот процент частично назад. Сколько, чего, как, вы узнаете в этом ролике чуть позже, когда мы будем забирать автомобиль. Я у него спрошу, как это все происходило. Цена автомобиля в черном цвете 2 миллиона 216 тысяч рублей. Белый перламутр 2 миллиона 227 тысяч рублей. Обзванивая всех официальных дилеров, я столкнулся с такой ситуацией, что никто не предложил мне приехать к дилеру, сесть за стол, потому что в салоне будет более выгодное предложение. Нет. Звоню, объясняю, что хотим купить на организацию, сколько цена, пересчитывают, сразу называют цены. Какие скидки, спросите вы, ведь это самое интересное. Подчеркиваю, мы покупаем без лизинга и так далее. То есть мы покупаем исключительно за наличный расчет, то есть будет прямой перевод денежных средств. В среднем начинаются скидки сразу с 50 тысяч, это без проблем, все скидывают, но так вот в среднем 100-130 тысяч рублей. Сюда мы приехали, здесь нам скинули 130 тысяч рублей. Были и другие дилеры, которые, в принципе, поддержали предложение. То есть, нам автомобиль обойдется по цене 2 миллиона 90 тысяч рублей. Это, в принципе, неплохо, при условии того, то, что никаких подводных камней нету, машина свежая, она находится здесь, она находится с ПТС. Отмечу, что когда обзванивал, машин вообще полно, практически у каждого дилера есть машина в наличии, есть машина с ПТС, поэтому можно приехать, купить все одним днем. Недолго музычка играла, друзья, захожу к менеджеру, она говорит, слушайте, а вот карточку предприятия, которую вы прислали, там указан код АКВЭД, то, что вы можете продавать автомобили. Что это значит? Они расценивают нас как перекупов, то есть мы хотим купить у них автомобиль с прямой скидкой раз, плюс отмыть вот этот НДС, два, это все делается по закону, и после этого машину продать там какому-нибудь физическому лицу, то есть тем самым заработать немало денег, то есть там доход можно получить, ну, на ровном месте 1200 рублей, это 100%. Соответственно, что нам сказали? Пинка вам под жопу, идите нафиг отсюда. Я звоню человеку, он объясняет то, что когда-то мы об этом думали, вдруг будем заниматься, но на самом деле реально машину беру под себя. То есть я веду дело с руководителем компании. В любом случае, вам-то расстраиваться не стоит. Наматывайте на ус, что вот такие ситуации бывают. Соответственно, все те, кто работают как юрлица, имейте в виду, вот так вот может с вами случиться. Обязательно относитесь внимательно к вашим кодам АКВЭД. Очередной пшик, и наступает очередной день. Вот так вот вся жизнь, как один пшик и пролетит. Смотрите, что происходило дальше.
дальше. Когда я уехал от того дилера, созвонились с другим дилером, отправили ему карточку предприятия, он увидел все эти коды, говорит, да не вопрос, приезжайте, мы подтверждаем, минус 130 тысяч, машина в наличии, все есть, мы вам ее без проблем продадим. То есть сейчас мы идем смотреть, собственно, машину. Вот я приехал. В общем, менеджер какой-то дерганый. Фоткать нельзя, снимать нельзя, ПТС фотографировать нельзя, только смотреть. Я вам машину показал, соответственно, оплатите, будет ваша, вот тогда фотографируйте. Ну, в итоге договорились так, то, что пофотографировали, все сверили, машина стоит новенькая. Ну вот, условно, такая же, только не V6. Все посмотрели, все диски у них закрыты, то есть пленочки, все как положено, никаких заказ снарядов по автомобилю не открывалось. Соответственно, процедура сейчас у нас следующая. Человеку уже выставили счет полный на автомобиль 2 миллиона 090 тысяч рублей. Ковры в салон уже идут, человек сам купил себе защиту картера и ковер в багажник. То есть вот так договорились, как бы уже они не хотели ничего скидывать. Но 130 тысяч прямая скидка есть. Процесс какой? Сейчас он оплачивает, денежка падает им, они загоняют автомобиль, моют, чистят, прикручивают защиту. Все, нам звонят, приезжайте на выдачу, приезжаем, забираем автомобиль. Перемещаемся в следующий день, и мы приехали уже на выдачу за нашим автомобилем. Вот она, Шкода Октавия стоит, осматриваем автомобиль по кругу, подчеркиваю то, что с менеджером мы уже знакомы. Вот здесь, кстати, важный момент, то, что я вам хочу сказать, ни в коем случае никакого сговора абсолютно нету. Этот менеджер изначально тоже делал предложение чуть выше, то есть в процессе диалога скидок становилось больше, в итоге мы машину забрали здесь. Важно понимать, что для человека вот эта комплектация, то, что нужно. Изначально он хотел этот цвет, это сочетание, все эти пакеты. Вот здесь эта машина стояла. Сейчас смотрим все доп. Оборудования, которые нам пообещали подарить. Они здесь стоят. Здесь уже есть и сигнализация с автозапуском, коврик в багажник, ковры в салон. Самое главное, знаете, что прикольно? Когда ты покупаешь новый автомобиль, Шкода тебе дают в комплект набор автомобилиста и, конечно же, литрушечку масла сразу на доливку, потому что по регламенту, по книжке, жор масла – это ничего страшного. Литр на 10 тысяч км – это допускается, то есть так говорит сам производитель. Машину мы уже оплатили полностью, соответственно, все, что нам остается, это сейчас по желанию клиента оформить каско, и все, друзья, садимся и уезжаем. Напоминаю, что мы ее забираем со скидкой минус 135 тысяч рублей плюс подарки. Техническое обслуживание полноценное, в общем, я вам это уже все рассказал. Поэтому вот такая картина, еще одна машина уезжает к новому владельцу. И важный момент, очень часто спрашиваете, сколько можно получить скидку, например, на ту же самую Шкоду Октавию. Важно понимать, что все автомобили наборные. Это вам не какая-нибудь Kia Rio, где, например, 1.6, люкс, все. Конкретная комплектация и никаких дополнительных возможностей. Здесь же можно набирать дополнительного оборудования на существенные деньги. При этом, при всем, скидки делают. То есть вилку, я бы вам сказал так, от 100 до 200 тысяч рублей. Опять же, важно понимать, будете вы просить подарки, вам, возможно, могут сделать больше скидку, но ничего не подарить. То есть всегда все сугубо индивидуально. В кредит это отдельная история. Обязательно подпишитесь на канал, потому что в следующем ролике мы затронем тему скидок от Автоспот. Я вам расскажу все реальные плюсы и расскажу все реальные минусы, где скрывается подвох. То есть все по-честному, буквально за 2 минуты. Ну и наконец-то, друзья, все объясняют человеку, что, куда, какие бумажки, подпись. Личные данные показывать не буду, но уже начинается самый приятный момент. Просто почувствовать этот момент. Новая ПТС, и сейчас он ее отметит. Раз, два, а? Все. Сервисная книжка на машину. Можно подпись вашу поставить, пожалуйста? Да, сейчас. Ну что, друзья, машина куплена. Сейчас нам покажут простейшие вещи, как пользоваться автозапуском, куда нажимать. В общем, вводные данные. И человек уезжает домой на своем новеньком автомобиле. Здесь мы подводим точку. Подчеркиваю, что комплектация действительно редкая. То есть тупо повезло, что мы ее здесь нашли в наличии. Друзья, мы с вами перемещаемся дальше. А мы тем временем с вами возвращаемся в наш автоспеццентр, где, собственно, я покупал машину, но вы уже это все знаете, у кого я иногда беру машины на тест, когда что-то новенькое выходит. Друзья, мы сюда идем, знаете зачем? За прям горячим пирожком. То есть буквально сегодня утром, даже не то чтобы утром, в обед, привезли Mazda 6, которую мы заказывали в начале недели. Вот она стоит, и сейчас мы с ней познакомимся. Вот это? Вот она, ребята, пожалуйста. Вот смотрите, как приезжают машины. То есть диски все закрыты, потому что, сами понимаете, поцарапать легко, приедете, будете выкаблучиваться сами. То есть все такие уязвимые части автомобиля закрыты пленкой. Как происходит предпродажная подготовка? То есть человек смотрит автомобиль, все нравится, ее загоняет, моют, чистят, все. Пока она новенькая, естественно, после первой мойки все будет блестеть. Но в силу того, что цвет черный, ну, парни, сами прекрасно понимаете, цвет каприза. На мой взгляд, лучший вариант
на новый автомобиль, не то чтобы даже пленку клеить, а что-нибудь типа керамики в два слоя и каждые полгода делать. А так вот она тачка, сейчас ее намыть, под солнышком будет вся блестеть. И мы с вами перемещаемся на выдачу Mazda 6 с мотором 2 литра. Друзья, машинка чистая, люди приехали, смотрят. Ну, тачка действительно вся блестит. Вот в таких местах еще, знаете, у них свет так настроен, то, что действительно смотришь, вот сейчас люди подготовили, ну, все блестит. В общем, все, новый автомобиль, процесс у нас максимально простой. Мы сейчас идем, оставшуюся сумму доплачиваем в кассу, подписываем 3 договора, делаем каско, делаем ОСАГО. Каско мы сделали по той цене, по которой мы нашли. То есть предлагал дилер изначально другую цену, выше. Мы нашли подешевле, назвали им, все говорят, без проблем, сделаем то же самое. Поэтому все просто, все элементарно. Все подарки, сигнализация с автозапуском, все, что обещали, все стоит. Поэтому здесь, как говорится, не тяни кота за хвост, иди оплачивай, садись и забирай свой автомобиль. Все рутинные моменты я от вас убираю. То есть все, мы наконец-то все оплатили, все подписали. Вот смотрите, у человека фамилия Рытьков. То есть была проблема какая? Рытыков. То есть, казалось бы, никто не заметил, но в процессе, вот сейчас документы, часть переделаем. То есть это ничего страшного, но опять же, это просто занимает время. Поэтому я вам говорю, когда читаете, говорю, читайте все внимательно, особенно ваши фамилии, данные, цифры. Проверили, все верно, вперед. Ну что, ласточка выезжает и отправляется домой в Коломну. Вот так, друзья, забрали очередную Mazda 6, мы с вами двигаемся дальше, человек отправляется в ГАИ ставить машину на учет. Следующая на очереди — это выдача Toyota Camry. Перемещаемся туда вместе с вами, полетели. Ну что, друзья, вот мы подходим к концу и финальным этапом на сегодня для этого ролика — это выдача Toyota Camry. Мы ее покупаем на организацию, подчеркиваю. И знаете, что я вам хочу сказать? Человек экономит 350 тысяч рублей по НДС, плюс прямая скидка практически 130 тысяч рублей. Итого практически 500 тысяч рублей. В чем же подвох, спросите вы? Да нет, на самом деле, никакого подвоха. Гарантия на автомобиль точно так же распространяется, но если вдруг у вас будут какие-то недопонимания с автомобилем, что-то прям серьезное случится, Ярдрей вам в этом не поможет, потому что вернуть автомобиль с юрлицами — это очень сложно, можно даже сказать, практически невозможно. Какие еще минусы? Но я вам сказал, что штрафы. Никаких скидок не будет. Опять же, если вы как физлицо встанете где-то на газоне случайным образом, 5000 рублей, ему же прилетит 300 тысяч рублей. Опять же, он будет оформлять автомобиль, то есть, ну, проходить техническое обслуживание. 20% НДС всегда можно будет возвращать. Покупать резину можно возвращать. В общем, одни сплошные плюсы, но нам с вами, как физлицам, заморачиваться не стоит вообще. И вот вам, пожалуйста, свежий июльский автомобиль, по сути. Camry 2.5, топовая версия для этого мотора. Все, она уезжает к новому владельцу, который будет на ней кататься, получать удовольствие. Парни, вот таким у нас получился этот ролик. Я надеюсь, он для вас был полезный и насыщенный. В следующем ролике мы с вами рассмотрим Mazda CX-5, Audi A5 Sportback и, знаете еще кого, китайца Zotye. Что, как, все расскажу позже. Подписывайтесь обязательно на инстаграм канала, потому что там всегда выходят свежие и полезные новости. Какая маржа на автомобиле, какие скидки, все выходит там. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.